Дорогие наши любимые, невероятные, не обязательно ждать 8 марта или какой-нибудь повод, чтобы восхищаться вами, объясняться вам в любви. Дорогие женщины, я имею в виду, невероятные наши женщины. Я хочу для вас исполнить песню, которая называется «Она», музыка вашего покорного слуги, текст моего друга Константина Губина. И аранжировка также моих друзей из Санкт-Петербурга, великолепной группы «Фантомас». Плачьте только от любви и от счастья. Я это говорил, говорю, буду говорить. Мира, любви, вдохновения, чтобы ваши любимые никогда не болели. Она. Она, она, она.
храни вас Бог.